Фен с шестью режимами работы и двумя насадками для сушки и укладки волос. В этом видео мы распакуем фен компании StarWind, модель SHP5816. Вместе с прибором в коробке лежит насадка-концентратор, диффузор, инструкция и гарантийный талон. Корпус устройства выполнен из глянцевого пластика черного цвета. Модель отличается интересным дизайном с цветочным рисунком. Из настройки есть две скорости, три температурных режима и холодный обдув, который поможет закрепить укладку. Подходящий режим найдется для любого типа волос. Регулируются они переключателями на ручке. Мощность 2200 Вт позволяет высушить волосы за несколько минут. Функция ионизации здесь не предусмотрена, однако пользователи отмечают, что после фена волосы не электризуются и выглядят красивыми и блестящими. В комплекте прилагаются две насадки – концентратор и диффузор. Насадка-концентратор создает направленный поток воздуха для укладки отдельных локонов или челки. Диффузор служит для создания натуральных локонов и увеличения объема прически. Благодаря длинному электрошнуру сушить волосы можно в любом положении, например, головой вниз. Защита от перегрева отключит прибор, если он сильно нагреется. На ручке есть петелька, за которую фен можно повесить на крючок. Также обратите внимание, что заднюю решетку фена легко снять для чистки. Подведем итог. Фен StarWind SHP5816 – бюджетный вариант для домашнего использования. У него высокая мощность, а благодаря разным режимам работы фен подойдет для любого типа волос. В комплекте две насадки – концентратор и диффузор.